Добрый вечер. Начинаем шаббат, субботу, день Господний. Да, сегодня пятница, да, шестой день библейской недели, завершение. Вот, и вечером мы встречаем уже субботу. Вот, все да будет у нас с радостью, с любовью. Вот, и действительно, это самое основное, самое главное. Тем более, вот, ну, время благодати, время сегодняшнее, это время спасение, которое Господь даровал нам, да, через Иисуса Христа. Это величайшая благодать, друзья, величайшая благодать. Спасибо тебе, Господь. Вот, если, допустим, традиционные иудеи, да, значит, заповедь соблюдают, значит, да, значит, ну, это хорошо, конечно, что соблюдать заповедь, но мотив, как правило, совершенно не тот, да. Вот. То мы соблюдаем, даже если заповедь Божью, да, то мы соблюдаем заповедь Божью в радости. Потому что это действительно радость, это счастье, это привилегия, это честь, это не из-под палки, это не насилие. Вот как сестра, да, написала мне на Фейсбуке, там один брат ее заставляет там делать, значит, там, значит, ну, такие вещи, да, значит, шаббат соблюдать, субботу соблюдать. Вот. Ну, говорю, нет, это. Насильно мил не будешь, и вообще то, что это, ну, видимо, человек, он под законом, еще не под благодатью. Здесь такое дело, что люди, нельзя представить себе такую вещь, что вот, допустим, до Иисуса Христа люди жили под законом, а вот после Иисуса Христа под благодатью. Это очень примитивный взгляд совершенно на, и неправильный, неверный взгляд на действительность, на объективную нашу действительность. Потому что и до Иисуса Христа люди жили в благодати многие, да, действительно, в благодати купались, и благодатью жили, и еще как, еще, да, значит, и преображение было, значит, вот Моисей, допустим, да, Илья восхищен был на облаках, значит, все на, в огненном вихре этом. Удивительно, люди жили, погружались, пропитывались Божьей благодатью. Вот, но и сейчас, после Иисуса Христа, очень много людей, да, даже называющих себя христианами, там все, живут, значит, под законом. До чего дошел прогресс? С благодати совоскрес. Андрей, да, все лучше и лучше у вас получается, да, здорово, брат, слава Богу. Так что, замечательно. Вот, и действительно, совоскресли мы Христу. Поэтому пусть сегодня это будет благодатью. Все, что мы делаем, оно может быть и закончено благодатью. Поэтому в послушании евреям говорится герой их веры. Да, слава Богу. И действительно, вот те перечисленные герои веры, они действительно купались в благодати Божьей и совершали все благодатью Божьей. Вот, так что да, дамы и господа, спасибо Богу за все. И все, что мы делаем, оно может быть и законничеством, а может быть благодатью. Может быть и законом, и благодатью на самом деле. Здесь тонкая очень грань. Очень тонкая грань. Вот если человек думает, что исполнением закона, исполнением правил определенных, да, допустим, вот исполнение каких-то там, ну, традиций, да, правил, законов Божьих там, да, или законов человеческих, неважно даже уже здесь уже, это уже второстепенная вещь. А первостепенная, значит, сам как раз он, сам человек, собственно, как он это делает, для Господа, да, значит, и, или же нет. Или это, чтобы спасти себя, свою душу, допустим, да. Если человек думает, что он спасается вот законом, спасается делами, да, значит, своими там законом Божьим или законами человеческими, там, религиозными законами, да, законами своей конфессии, православной, там, протестантской или католической. Такой человек несчастный, на самом деле. Он глубоко несчастный человек такой. Это правда. Потому что мы благодатью спасены. Благодатью мы спасены. И сие не от нас, это Божий дар. Это Божий святой дар. И я что совершаю, допустим, не знаю, я совершаю просто, ну, в любви к Нему, в любви к Господу. Благодарю Бога за все. Благодарю Его за Его любовь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Если коротко описать, так вот, на пальцах, да, быстренько, так вот, сейчас вот тоже перед началом, вот, будем сейчас прославлять Господа, да, вот, я так очень хочу прославить Его сейчас. Вот, то, если я делаю что-то, чтобы заработать, да, спасение, то это законничество, да.
А если я делаю что-то уже будучи спасенным, я просто в любви это делаю и благодарности Богу, да, то это уже благодать. Вот как бы элементы благодати и законничества. Да, спасибо, Господь, спасибо, спасибо тебе, Святой, спасибо. И очень важный признак, по которому можно определить, вот ты что-то делаешь в законничестве или в благодати, да, в законе или в благодати. Вот отсутствие радости – это всегда признак закона, признак законничества, признак смерти, признак поражения. Вот, значит, признак благодати – это радость, это действительно мир, любовь. Вот это вот самые хорошие признаки как раз, вот именно, самые добрые, верные признаки, да. Спасибо, Господь, спасибо тебе за все. Фу, аминь. Спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за этот добрый вечер. Благодарю тебя за завершение этого дня. Иночка, да, шаббат шалом, Сережа, шаббат шалом, дорогие наши друзья. И машет ручкой. Аллилуйя. Да, Иночка, слава Богу. Да, молодец, подключилась, молодец. Даже да, деткам привет всем. Вот, сегодня, да, внукам привет, если я там посмотрят, уже, наверное, в записи. Сегодня посмотрел хоть на внуков, да, значит, хоть благословил их лично, видя их, да, значит, да, на телефоне. Классно, здорово. Вот, хорошо иметь такие мессенджеры, хорошо, да, вот что есть интернет. И даже если там многие сотни километров, да, благословение всем-всем-всем. Аминь. Вот, то, значит, то действительно, да, значит, интернет помогает нам вот все-таки, ну, преодолевать это, видеть друг друга. Но самый лучший интернет, божественный, да, Духа Святаго, общение, это потрясающе. И будет еще больше. В эти последние дни будет еще больше и больше Духа Святаго, да, общения. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Аминь. Роза пишет, принимаем, да, да, аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо, спасибо за добрый вечер, спасибо, благодарю тебя за это красивое завершение еще одного дня, да, завершение пятницы, спасибо за то, что действительно ты с нами, и ты в нас, и ты среди нас, с нами, в нас и среди нас, спасибо. О, спасибо, с нами во все дни до скончания века. И дана тебе вся власть, Иисус Христос, Иешуа ха-Мошиах. Дана тебе вся власть на небе и на земле. Аллилуйя, какое счастье, благодарить благословение отца и дедушку. Да, аллилуйя, аллилуйя. Так что да, бабая, дедушка уже. Шаббат шалом, добрый вечер, драгоценная Таля пишет. Да, да, сестры, дорогие братья. Всех вас благоставляю и вместе с вами хочу прославить Господа, поблагодарить Его за все. Да, Отец, я хочу благодарить Тебя сегодняшним вечером в завершении этого пятничного дня, пятницы, да, шестого дня Твоей библейской недели, когда мы вспоминаем удивительный момент завершения Твоего творения. И в самом конце, да, самое хорошее вино Ты оставил на потом. Да, самые сливки, да, ты оставил нам, действительно, создал в конце нас, людей. Спасибо. Спасибо за Homo sapiens. Спасибо за людей разумных. Спасибо. Спасибо, Господь, за действительно эту удивительную просто, ну, милость. Ты создал нас, мужчин и женщин, да, ты создал наших прародителей, Адама и Еву, да, и от них ты родил всех нас. Создаешь каждый раз, Господь, в утробе наших матерей Ты нас создавал и создаешь. Принимая ваше благословение, Алла пишет, да, аллилуйя. О, спасибо, Господь, спасибо за этот добрый вечер. И пятницу, да, действительно, друзья, мы вспоминаем наше сотворение. Это наш общечеловеческий день рождения. Так что, happy birthday всех нас, с днем рождения всех нас. С днем сотворения, с днем сотворения, с днем рождения всех нас. Спасибо, 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 Господь, спасибо, спасибо. Спасибо за Адама, спасибо за Еву, спасибо за наших пра-пра-пра-пра-пра, много раз прародителей. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, за все.
Благодарю Тебя, что Ты создал нас в самом конце такого удивительного акта творения. 6 дней до творчества, потрясающих дней, которые так вот описаны в Библии, которые, ну, мы перечитываем и восхищаемся Тобой, Господь. Мы до сих пор восхищаемся, удивляемся. Удивляемся Твоей милости, благодати, Господь, премудрости Твоей. Спасибо, Господь, спасибо Тебе за все. Благослови нас сейчас, Господь, благослови. Да, и потом, вот таким вечером, да, уже все были сотворены, зверушки все бегали, птички летали, рыбы плескались, море, земля, деревья, трава, цветы, идиллия, вообще красота. И в центре этой идиллии, да, Адам и Ева, мужчина и женщина, ходили по этому раю. Было все весьма хорошо, удивительно. И вот таким вечером, 5780,5 лет тому назад, тоже наступала суббота, наступал шаббат. И Ты сказал нашим пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра, прародителям, и всем зверям, и всем, да, всем животным, всем, всем, всему миру, творению своему Ты сказал всему. А теперь для вас такой сюрприз. Вот 6 дней я творил вас всех, сотворил всех, весьма все хорошо, все прекрасно. А теперь для вас сюрприз. Мы сделаем праздник. Это будет мой праздник. Это будет наш общий с вами праздник. Спасибо, Господь, что заповедь эту о субботе Ты дал еще в раю. Еще до того, как все пошло так в кривь и в кось. Все не так, как надо. Спасибо, Господь, что первую субботу, вот при наступлении такого же вечера прекрасного, Ты, Господь Боже, провел эту субботу, первую в истории человечества, первую в истории Вселенной нашей сотворенной, с нашими прародителями и с животными. Все растения славили Тебя, животный мир славил Тебя, рыбы славили Тебя, птицы славили Тебя, все славило Тебя. И первый шаббат, первая суббота была прекрасна. И до сих пор, почти 6000 лет прошло, Господи, но до сих пор мы вспоминаем об этом, и просто сердце кровью обливается. Радостью наполняются сердца и тоской одновременно, конечно, потому что тоска о рае. О, спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Отец, и поздравляю Тебя с этим Твоим праздником. Как тогда, 5780,5 лет назад, Тебя поздравляли наши прародители, Адам и Ева, и все животные ликовали, и все рыбы плескались и радовались, и все птицы чирикали Тебе и пели Тебе «Аллилуйя». И они поздравляли Тебя тогда с этим Твоим праздником и радовались, потому что это ваш, да, наш общий праздник, Твой и мой, да, ваш и наш, да, действительно, удивительный праздник благодати Божьей. Спасибо, спасибо, Отец, спасибо, что память об этой первой субботе в истории цивилизации, в истории человечества, она хранится испокон веков, непрестанно, из поколения в поколение. И в каждом поколении человеческом, начиная с Адама, были всегда люди, которые помнили об этом, чтили Твой день и любили Тебя, благодарили Тебя за все. Спасибо. Аллилуйя, спасибо. И поздравляю Тебя, Господь. Поздравляю и имею честь в этой трансляции поздравить Тебя сейчас и от лица всех, кто сейчас онлайн, всех, кто подключился. Да, поздравляю Тебя с этим Твоим праздником. Спасибо, Отец, спасибо. Да, Ты Творец наш. И каждую субботу мы вспоминаем об этом, потому что самая первая причина, братья, сестры, празднования шаббата, это вот самая великая причина и самая главная, самая наиглавнейшая причина, что Бог наш
Творец, Он наш Отец. Яхве, Ты наш Отец. Мы ждем великой, могучей славы Твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты Вседержитель и Творец чудес. О, Яхве, Яхве, Ты наш Отец. Мы ждем великой, могучей славы Твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты Вседержитель и Творец чудес. О, Яхве, Иегова, Яхве, Элохим, Создатель всего мира, Отец, Авину, Малкейну, Шеба, Шамаим, Отец наш и Царь наш, Живущий на небесах, Сущий на небесах, да святится имя Твое, Барух Ашем, благословенно имя Твое, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Какие прекрасные слова! Какие прекрасные слова Ты нам подарил, Господь, в Библии! Какие прекрасные слова Ты нам подарил, Господь, в Слове Своем! Открывая, раскрывая свое сердце, раскрывая себя самого для всего своего творения. Благодарю Тебя, благодарю, благодарю. Поздравляю Тебя, прими сегодня от всего сердца поздравления, от всей души. Поздравляю Тебя и желаю Тебе всего самого хорошего. Пусть Твоя воля исполняется на этой земле, как на небесах. И пусть Твоя прекрасная воля, Твоя мечта осуществляется. Она таки осуществляется. Ведь Ты хочешь, действительно хочешь, очень сильно, страстно хочешь, чтобы все, абсолютно все, все при все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Ты Бог и един посредник между Тобою и всем истрадавшимся человечеством, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех, для искупления всех и вся. Слава Тебе! Слава, слава, слава! Благодарю Тебя! Поздравляю Тебя снова и снова, поздравляю! Аминь! Да, хочу поздравить также и от Вашего лица, хочу поздравить всех ангелов, всех небожителей. Да, это прекрасно, что мы имеем возможность такую, да, поздравлять и все творение Божье, да, потому что это наш с ними общий праздник. Поздравляю вас, ангелы, да, с этим праздником нашего с вами Бога, Творца, нашего Родителя, нашего Отца, нашего Создателя. Благодарю Бога за вас, за вашу работу, за ваше служение. Да, сегодня, в начале этого субботнего дня, хочу просто поблагодарить вас за то, что вы есть, и тоже за все, что вы делаете. Спасибо вам огромное. Приветствую вас, ангелы. Приходите с миром. Пребывайте среди нас с миром. И вот эта песня как раз об этом. Старая добрая еврейская песня. Шалом алейхем, малхей ашарет, малхей эльон, мимелех, малхей амлахим, акадош бару. Богахем лешалом, малхей ашалом, малхей эльон.
шалом, Малахия шари, Малахиельон, Мимелех, Малахия млахим, Акадош Баруху. Циткем лешалом, Малахия шалом, Малахиельон, Мимелех, Малахия млахим, Акадош Баруху. Шалом алейхем. Шалом вам, приветствую вас, ангелы, посланники Всевышнего, вестники Господни. Приходите с миром, ангелы всесильного, Божии посланники. Пребывайте с миром среди нас, о ангелы, вестники Всевышнего. Идите с миром, ангелы Господние, посланники Всесильного. Приветствую вас, ангелы, посланники Всевышнего, ангелы Господние. Приходите с миром, ангелы Господние, Божии посланники. Пребывайте с миром среди нас, о ангелы, Божии посланники. Идите с миром, ангелы Всевышнего, Господние посланники. Шалом алейхем, Малахия шар, Малахиельон, Мимелех, Малахия млахим, Акадош Баруху. Приветствую вас, ангелы, Господни посланники. Приветствую вас. Благодарю Бога Святого за вас. Благоставляю великого Бога нашего с вами общего Творца. Бог-творец ваш и наш. Бог-творец всего мира, видимого и невидимого. И вы славите Бога Святого. И сегодня мы вместе с вами, с хорами ангельскими, со всеми небожителями, с церковью первенцев, с церковью торжествующей на небесах, здесь, на земле, церковь как странствующая, воинствующая, мы проставляем вместе с вами Творца нашего, нашего любимого Отца, нашего Создателя, Бога Святого. Поздравляю! Шаббат шалом, ангелы Господни! Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Да, друзья, поздравил Всесильного Бога нашего, нашего Отца, нашего общего с вами великого Отца, родителя нашего. Поздравил ангелов и всех небожителей.
А сейчас, прямо сейчас хочу поздравить всех вас. Поздравляю. Шаббат шалом, люди добрые. Шаббат шалом всем. Шаббат шалом, моя семья. Инна Сергеевна, супруга моя драгоценная, любимая моя, единственная ненаглядная, благоставляю тебя. Благоставляю в этот субботний день. Шаббат шалом, Инночка. Шаббат шалом, детки наши. Шаббат шалом, внуки наши. Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю всех, кто онлайн сейчас. Благоставляю ваши дома, родных, ближних. Шаббат шалом, люди добрые. Шаббат шалом, люди Божьи. Шаббат шалом, святые и верные, чада Божье. Шаббат шалом, субботний мир, Божий святой мир. В этот день субботний всем вам желаю. Аллилуйя. Шаббат шалом также всем, кто будет потом в записи смотреть это видео. Да, вас тоже всех поздравляю, благоставляю, потому что это наш общий праздник, общий человеческий праздник. Это праздник нашего Создателя. Когда он говорил о своих праздниках, он сказал: «Вот праздники мои». Аллилуйя! И великая честь для нас, людей, братья, сестры, каждую неделю... Да, шаббат шалом Киев, Инночка пишет, да, шаббат шалом Тула, аллилуйя, шаббат шалом всем святым по всему лицу земли, шаббат шалом Израиль, шаббат шалом Иерусалим, субботний Божий святой мир тебе, Иерусалим, аминь. И для нас всех великая честь быть приглашенными на его святой праздник каждую неделю. Я понимаю, конечно, далеко не все могут откликнуться, далеко не все откликаются. Но, да, слава Богу, что вот откликнулись, по крайней мере, вот здесь, кто сейчас вот присутствует онлайн, откликнулись на это приглашение присоединиться вот к такому празднеству, хотя Божьему. Но, по сути, миллионы и миллионы людей на всей земле, евреи, неевреи, вот разных национальностей, религий, конфессий, деноминаций, люди присоединяются к этому торжеству веры. И сегодняшним днем, да, в начале субботнего дня воздают Богу хвалу. Аллилуйя. О, конечно, мечта шаббат провести в Израиле, в Иерусалиме. Мечта вот увидеть все, как оно происходит. В Израиле был я лишь однажды, вот неделю, и в том числе и субботу, но нас так график составили, что увезли, и увезли опять на экскурсию, и шаббат у нас не было. Александр возле синагоги в Дубно, о, здорово, да, люблю эту синагогу, я благословлял эту синагогу, уже молился за нее, молился за восстановление ее, вот, и чтобы снова там звучали молитвы святых, чтобы снова славословие Господу возносилось с этого места. Вот, поэтому молюсь за Дубно, да, молюсь о возрождении вот, молитвенной жизни в этой синагоге, слава Богу. Пусть во всех храмах, костелах, домах молитвенных, значит, там, синагогах, разные сооружения, пусть славится имя Господне. Ну а время карантина нам показало очень четко, что храмом Божьим, этой синагогой, этим молитвенным домом, этим костелом являемся мы в первую очередь сами мы. Слава Богу, что вот за это время... за этот месяц карантина, то действительно очень много людей, миллионы, миллионы верующих пересмотрели свое отношение к вере. Ее отстраивают, старый еврейский квартал. Но сейчас я слышал, да, что отстраивают. И когда я был, ее еще не отстраивали. И даже вообще планов не было еще отстраивать. Вот мы молились как раз, молился тоже о сверхъестественном обеспечении. Говорили мне потом братья, что бесполезно, потому что евреев почти не осталось, во-первых. Во-вторых, значит, все это возрождать, это такая нужна куча денег. Вот, ни у кого сейчас не выпросишь такие деньги сейчас. Вот, Израиль сейчас не будет вкладывать, потому что, значит, там, ну, еврейская жизнь уже, ну, если есть, то в Ровно есть, а в Дубно нет уже. Но вы знаете, молились, и вот я потом получил сообщение от братьев, да, писали мне с Дубна как раз вот.
Вот, что, да, удивительным образом вдруг нашлись деньги, удивительным образом нашлись спонсоры, инициативная группа возникла, да, значит, и вот вскоре после молитвы, где-то через полгода, наверное, через год, наверное, да, вот, и все это началось. Удивительно, конечно. Для меня это тоже было знамением таким, на самом деле. Ровенская община отстраивает. Вот, слава Богу за них, да, молодцы, молодцы. Ровно взялись, ребята, молодцы. Пусть Бог благословит их, да, за это. Вот, и, друзья, сегодня, вот этим вечером, благодарю Бога Всесильного за все. Благодарю Его и восхищаюсь им. И хочу вместе с вами поблагодарить Его и повосхищаться. Спасибо. Ты самый классный, Господь. Ты самый хороший. Спасибо. Шаббат шалом, Отец наш. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Божий всемир, субботний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат шалом, субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шаббат. Шаббат, шаббат, шалом, шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир, Божий всем мир. Шаббат, 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 шалом. О, Давину Хай, наш Отец, Бог святой, живой, от Авину, Авину Малкейну, Шебашамаим, Отец наш и Царь наш, который на небесах. От Авину, от Авину, хай, Ам Израиль, хай, народ Израиля жив. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, хай. От Авину, от Авину, хай. Наш Отец, Небесный Бог, Создатель наш живой. Наш Отец живой, Израиль потому живой. Мы живы, потому что наш Отец Небесный, Бог Святой, живой. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, хай. Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль, хай. От Авину, хай. Наш Отец, Бог Святой, живой. От Авину, Авину Малкейну, Отец и Царь наш, Бог живой. От Авину, хай, от Авину, хай, Ам Израиль, Ам Израиль, и народ Израиля жив. Мы, евреи, живы, Израиль Божий живой, потому что наш Отец Небесный, Бог Святой, живой. Ам Израиль, хай, от Авину, хай, от Авину, от Авину, от Авину, хай. Желаю
Шалом Алейхем. Эйвейну Шалом Алейхем. Эйвейну Шалом 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 Алейхем. Эйвейну Шалом Алейхем. Всем вам желаю мира, всем вам желаю Божьего святого мира. Эйвейну шалом, шалом, шалом алейхем. Дан-да-дан-дан-дан, эй, шалом, шалом, Иерусалим. Мир Господний, Божий мир тебе и Иерусалим. Шаббат шалом, Израиль. Шаббат шалом в преддверии Дня Независимости, кстати, да. Шаббат шалом, благословляем Израиль. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Шаббат шалом, Иерусалим. Эй, аллилуйя! Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат, 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 Шаббат шалом. Субботний мир, Божий всемир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат шалом, друзья, шаббат шалом, братья, сестры, люди добрые, дети Божьи, святые и верные, шаббат шалом, да, Берутэ пишет шаббат шалом, аллилуйя, Людмила, да, аллилуйя, да, слава Богу, поэтому в радости тоже, да, Людмила, в радости славьте Господа, это... Радость, благодать. Никакого законничества нет. Только благодать, только вера. Аллилуйя. О, потому что наша Пасха Христос и наш Шаббат это Христос, это Машиах. Он все для нас, Он все, все. Без Него, когда центр внимания уходит в сторону, все без Него просто в ничто превращается. Да, друзья, приветствую всех, еще раз паки и паки, как говорится, снова и снова, приветствую, благословляю всех вас во имя Господне, поздравляю всех еще раз, снова и снова поздравляю свою семью, поздравляю всю семью Божью, да, огромную семью Божью, аллилуйя, благословение всем вам, о, спасибо, Господь, спасибо, 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 спасибо. Шаббат, шалом. Шалом, Шаббат. Спасибо, Господь, спасибо. Это, не знаю, это великая честь. Это великая честь. Спасибо, 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 спасибо. О, спасибо. Да, дети Божьи. Я в начале этого субботнего дня, да, вот хочу совершить тоже причастие. Присоединяйтесь, люди добрые, присоединяйтесь. У меня в субботе есть вот такой подарок. Да, спасибо. Там кто-то благословил денежку сегодня на карте. Пошел в магазин. Как раз пошел в магазин на улице Шалом Алейхема. Вот здесь как раз улица. Вот я здесь на Киото. А вот получается перпендикулярно, да, найдет. Ну да, есть Милютенко, потом Шалом Алейхема улица.
Представляете, в Киеве есть улица Шалом Алейхема. Здорово, да? Классно. Ну, я и раньше слышал, что есть такая улица где-то здесь в Киеве, но где она, я не знал. А потом, когда уже еще позапрошлом году, когда здесь... О, так улица Шалом Алейхем, она здесь как раз. Вот это да. Здорово, классно. Вот. Хотя я бы все-таки хотел бы, чтобы улица Шалом Алейхема была где-то в центре. Где-то там, в центре Киева, в историческом центре. Хотя и здесь тоже здорово, ну, классно, здорово. Ну, есть улица Шалом Алейхема, а там в центре можно сделать, допустим, переулок Шалом Алейхема или площадь какую-то, там, сквер Шалом Алейхема тоже. Неплохо было бы, да, кстати, здорово было бы. Шалом Алейхем, с ним связано просто этот великий еврейский писатель, да, с ним связано, значит, много чего, как раз вот с Киевом, с Киевской областью, Белая Церковь, вот, вообще с Украиной. Вот, его творчество, да, великий был человек. Да, спасибо, Господь, спасибо, спасибо тебе, Святой, спасибо, спасибо. И здесь как раз вот магазин есть недорогой, АТБ, вот как раз вот на Шалом Алейхема. Здорово, да? Классно. Спасибо, Господь, спасибо. И спасибо за сюрприз, за такой хороший сок, да, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Так что у меня плод виноградной лозы есть сегодня вот такой. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Барухата Адуна Элогейну Мелахаулам, Баре При Хагафен. Аллилуйя. Великую лозу небесную вспоминаем. Потому что земная лоза прекрасна. Не знаю, я никогда не занимался вот таким сельским хозяйством, да. Но с восхищением всегда смотрел на тех, кто вот, знаете, выращивали виноград, выращивают виноград. Здесь, под Киевом, когда я пасторствовал в Киеве здесь, мы жили в Киеве, и там на Кловской были служения, и Василий Александрович, Инна, помнишь его, да, наверное? Ну, конечно, наверное, помнишь, он у нас такой был, как раз такой один, такой щупленький, такой маленький такой, но очень живой такой, подвижный такой брат. Вот, Василий Александрович. Значит, и вот у них там, у него дача под Фастовом, вот как раз вот, да, не доезжая Фастова, там одну или две остановки, не помню там уже. Лидия пишет, у нас только включили свет. Ну, да, ну, да будет свет, да будет свет. Да, благословляю всех, кто не смог подключиться, кто, да, вот по разным причинам техническим там не получилось. Благословляю всех вас. Вот, и под Фастовом у Василия Александровича, у него дача, хорошая дача. Даня пишет, шалом, шалом. И знаете, там очень хорошее местечко. Я не помню, как называется, вот там у них, там надо было пешком еще идти там к ним. Как у них там вот этот поселочек называется, село. Но такое красивое местечко, прямо вот на взгорочке, и солнышко много всегда. А Василий Александрович говорит как раз, вот что от работы еще, он работал там на такой хорошей работе. Вот, значит, всю жизнь, значит, технический человек, такой грамотный очень человек. И он говорит, от работы давали вот эти вот 6 соток, там, давали, ну, для дачи. И под Фастовом предложили. Вначале думали, что это, ну, далеко ехать, как бы не очень хорошо, может, поближе что-то предложат. А потом взяли участок тот и не пожалели. Потому что, говорит, место просто потрясающее. Мы, говорит, приезжали когда туда с Ларисой Николаевной, говорит, посмотрели, ахнули, там вообще красота просто. Одним словом, он там разбил виноградник. Да, он занялся сельским хозяйством, и у него там виноградник. И он настолько кропотливо стал к этому относиться, терпеливо, кропотливо, вообще, значит, ну, с любовью, с молитвой, конечно же, да, безусловно, как верующий человек, он стал молиться за свое дело рук своих, да. И, знаете ли, там даже люди потом, ну, просто удивлялись. И мы удивлялись, приехали к нему, когда приехали там, нас много приехало тогда к нему. Человек 30, наверное, приехало, не меньше. То есть, ну, мы там весь дом его заполнили. Приехали к нему в гости, от церкви прям собрались и приехали, решились. Он приглашал, а мы взяли, почему бы нет, взяли и приехали. Как раз по дороге евангелизацию делали. До самого Фастова в электричке, значит, самого Киева прям, до Фастова делали евангелизацию, потом с Фастова вернулись туда к ним, значит, там еще пару остановок, или одну остановку, там не помню уже. Короче, так интересно получилось, не пожалели, что поехали, хотя думали, ну, наверное, евангелизацию проведем и все вернемся в Киев. Ну, может быть, там
кто-то еще присоединится. А присоединились все. Все пошли. Представляете? Классно было. Вот. И, значит, Василий Александрович, он рассказывал как раз о своем вот этом народном хозяйстве, как сказать, о своей вот такой работе, о своем увлечении выращивания винограда. Я сейчас подключу, потому что пишет, что совсем заряда не стало уже. Вот. Вот так вот. Тоже да будет свет. Видите, везде нужно электричество. Вот так вот. Вот. И он поделился опытом, рассказывал. И по сути, вот я думал там делиться словом, а получилось так, что он делился словом. Вот получилось все, что он рассказал о винограде. А он рассказывал, как он высаживал, как он заботится о нем, как он обрезает, как он, чтобы был хороший урожай, заботится. И получилась целая проповедь у него, представляете? Классно. Жалко, не было камеры тогда у меня. Слушайте, вот, вот очень наглядно было бы. Вот, надо будет в Грузии записать подобный видео, такой сюжет, потому что там вообще там сплошные виноградники вообще. И вот наш Бог, он виноградарь, представляете, он называется, не всякой профессии еще Бог называет себя представителем, знаете ли, или вот как бы главным, да. А вот что касается виноградарства, да, он действительно виноградарь, с большой буквы, настоящий виноградарь. Поэтому благословляем его, благодарим тебя, Господь, ты великий виноградарь, благодарим за великую лозу, который есть Иисус Христос, Иешуа ха-Машиах, великая небесная лоза, а мы ветви на этой великой лозе. Славим тебя, Господь, за все, непрестанно. Аминь, аминь, аминь. Да, и преломляю хлеб. Сегодня у меня не очень получилась лепешка, но... Тело Иисуса Христа... Но главное, вкусно, чтобы было. Пахнет вкусно, да. Тело Иисуса Христа. Хлеб берем, да, самые простые символы, самые простые знаки, слушайте. И самые великие одновременно. Хлеб и вино. Ну, виноградный сок, получается, да, плод виноградной лозы. И плод, и хлеб из земли. И величайшие символы. А сегодня, кстати, Серафим спрашивал меня по поводу Мельхиседека. Наш средний сын, да, вот. По поводу Мельхиседека, он и царь, и священник, получается, да, значит, и удивительно, это как Машиах, да, Иисус, явившийся тогда, удивительно, прежде чем был Авраам, он уже был уже, удивительно, и он встретил нашего отца, да, Авраама, он встретил с хлебом и вином, как раз, потрясающе, это прямое указание, как раз вот на тело и кровь, на избавление. И Авраам, отец наш, принес ему все десятины. Почтил его, как великого священника и царя. Мельхиседек, да, Мельхиседек. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю тебя. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Лехаем за жизнь. За жизнь всего мира ты дал свою жизнь. И ты доказал свою любовь. Кровь Иисуса Христа – самое вернейшее доказательство твоей любви. Самое сильнейшее доказательство твоей божественной любви. Кровью твоей святой я исцелен, спасен, благословлен вовеки. Слава тебе, Господь. Бог во Христе примирил с собою весь мир. Аминь. Аминь.
О. Аллилуйя. О, спасибо, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо, спасибо. Шалом, Шаббат. Шалом, Шаббат. Шаббат, шалом. Спасибо, 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 спасибо. Кровь Иисуса Христа. Иешуа ха-Мошиах спасла нас всех. Тело ломимое было ломимо за всех нас, потому благодарим Его за все. И вхождение в Шаббат сегодня, да, вот я через тело и кровь Христа Спасителя. И хочу сегодня поблагодарить Его за все и прославить Его. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благослови всех братьев, сестер, благословляю всех вас, друзья, дети Божьи, благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха вихунекха. Иса Адонай панав элейха. Веяселеха шалом. Бешем Иешуа ха-Мошиах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, 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 аминь. Братья, сестры, благословляю всех вас, дети Божьи. Благословляю, благословляю. Аллилуйя. Шаббат шалом. Всем вам шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами, друзья. Добрый вечер, доброй ночи, да, и благословенного дня субботнего. Всем вам дня Господнего. Радости, любви, мира. В преизбытке. Вот. И завтра в 6 утра подключайтесь, продолжим славить Господа. Ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. О, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Славьте Господа. Шаббат шалом.